Геймплей полностью ориентирован на сражение между игроками. Заменив стандартную систему кликания по врагу с тягомотным выбиванием хитпоинтов, разработчики создают полноценный экшен. Огненный шар вражеского мага отбросит тебя в сторону, дым от заклинаний на время застелит обзор, отрубленные головы бойцов прокатятся по земле. Подобные зрелищные схватки в антураже средневекового фэнтези безусловно впечатлят любого игрока, будь он хардкорщиком или новичком в MMORPG. Верховая езда, построение в боевые формации – все эти вещи будут присутствовать как в битвах с монстрами, так и с игроками. По большому счету, игра с самого начала затачивалась под массовые баталии, повод для которых должны находить сами игроки. Например, для захвата ценного источника ресурсов придется собирать целые армии. В Darkfall будут и морские побоища, конные сражения, штурмы замков с применением мощных осадных орудий различных типов. В общем, все, что нужно для фанатов Player vs. Player игры.